Всем привет! Меня зовут Настасья Поползина, и это мужская программа. Не удивляйтесь, накануне 23 февраля наша редакция решила сделать подарок мужской половине человечества Роману Харламову лишний выходной, а всем остальным вместе со мной протестировать вот эту нереально крутую технику. Погнали! А вообще вам когда-нибудь доводилось кататься на снегоходе? Обижаете, пару раз даже на соревнованиях среди СМИ участвовала. А, ну тогда вы, наверное, катались именно на такой горной модели. В отличие от обычных снегоходов, у горного очень высокий грунтозацеп. Вот как раз такой зацеп нужен для покорения горных вершин с пухлым снегом. Имеет второй газ для облегчения руления при движении по склону. Мотор на данном снегоходе 4-тактный, 130 лошадиных сил. То есть у него очень высокий ресурс, небольшой расход топлива, и он соответствует всем современным экологическим нормам. Антон, а этот почему такой огромный? Большую семью в лес возить? Ну, данный снегоход выбирают в основном любители семейного отдыха. То есть всю неделю человек работает, на выходные приезжает в загородный дом, выгоняет его из гаража, берет с собой большую семью и едет отдыхать. То есть можно за него зацепить прицеп. Багажник, видите, довольно вместительный, то есть можно сюда поставить кофр и взять с собой провиант. У него передняя подвеска независимая рычажная, которая обеспечивает хорошую управляемость и достаточно высокий уровень комфорта. Высокое ветровое стекло, то есть можно ездить даже без очков, ветер не попадает в глаза. Мотор здесь также 4-тактный, 80 лошадиных сил, очень экономичный и приемистый. Здесь очень большое ветровое стекло, очень комфортно ехать на нем, даже скорость не чувствуется. Вот едем действительно все 90, а кажется, что 15. Который задний ход включается элементарным нажатием кнопки. Пришло время подвести итоги прошлой программы. Сертификат на приобретение спортивной экипировки достается Максиму Спиридонову. Ну а это, я смотрю, совсем серьезная машина. Да, эту модель выбирают в основном профессиональные охотники и рыбаки. Потому что он имеет очень мощный мотор 120 лошадиных сил, объемом 1 литр. То есть это свойство позволяет ему тащить за собой очень тяжелые сани, которые нагружены какой-либо поклажей. Также он имеет широкую гусеницу 50 сантиметров и высокий грунтозацеп 35 миллиметров. Данное свойство обеспечивает хорошую проходимость в глубоком снегу. Я люблю зиму, особенно зиму снежную. Столько возможностей для активного времяпровождения. Если вы такого же мнения, поддержите наш флешмоб. Выкладывайте свои фотографии с активного отдыха на природе. Автору лучшего снимка я подарю комплект термобелья. Хорошо иметь возможность каждые выходные гулять и кататься по лесу. С вами была мужская программа. Меня зовут Настасья Поползина. Следите за нашим инстаграмом. Yamaha Центр Красноярск предлагает полный спектр мототехники, запасных частей и аксессуаров Yamaha в наличии в Красноярске. Специалисты сервисной службы проведут профессиональный ремонт и обслуживание вашей техники. Для удобства клиентов филиалы компании расположены на левом и правом берегах. Телефоны 236 1059 и 223 64 40. Блин, как я хочу снегоход, ребята! Вау!